Всем привет, друзья. Ну что, предлагаю сходить буквально на 2-3 минуты на советский рынок, в мясной павильон и посмотреть цены. Цены на сало просто зашкаливают. Откуда что берется, вообще непонятно. Ну, в общем, буквально 2 минуты вашего внимания, и вы поймете, сколько теперь стоит сало, домашнее сало. А почем грудинка? По 330 рублей грудина, не буквально. Нет, 330 дорого. А почем сало? 250. Какие 280? А почем грудинка? 320. Грудинка бесподобная. А почем сало? 500. Ну давай, хватит. Видите, выбираете, пельмени по домашней, телячьи выдаете. А сало почем? 600 рублей. Ого. Оно уже 2 месяца такое. Да? Конечно. Вообще голое, без мяса. Но это вот с окорока, с мясом. А вот то, которое потолще. Ну вот это толстое. Ого. Вам дать вот такое? С просрочкой? Не, а сколько оно стоит дать? Тоже 600. Вот такое только 300. А сколько же тогда шея стоит? 700. Шея 700. Ну, участники вот сегодня 800 выдают, а у меня свои покупатели. Ну, как я буду? Это вот сало выводится. Это я с рыбалки приехал, было, блин, 450, уже 600. Вот 2 недели не было мяса вообще домашнего. Вот только сегодня разрешили. Обалдеть. Ну а сейчас зайдем для очистки совести еще на Бежецкий рынок, тоже в мясной павильон. А грудинка? Вот это 350. А вот это? 450, да? 450-500. А почем сало вот это? Сало 500 рублей. 500, да? Хорошо. 500 рублей. А теперь готовое. А почем вот это сало с мясом? Мясо 500 рублей. Итак, друзья, вы видели все сами, да? То есть получается сало, хорошее сало домашнее, стоит 500-600 рублей. То, что там где-то что-то непонятное, 450. Шкурка, вот, ну, вообще шкурка от непонятного порося 250 рублей. Грудинка 300-320. Грудинка домашнего поросенка 450, да, шея 700, ну, в общем, ценники такие вообще космические. Самое удивительное, видели, да, на Бежецком рынке уже готовое соленое сало, такое толстое, с мясом, все, 585 рублей, готовое. То есть вот на советском рынке 600 рублей просто сало, а на Бежецком можно за 585 уже купить готовое. Ну, опять же, да, вы же понимаете, домашний там был поросенок, не домашний, никто вам не скажет. И кормили ли его молоком и только хлебом, да, что он теперь стоит таких денег. Ну, в общем, такая вот ситуация в Брянске по мясу. Ладно, всем пока, коптильщикам терпения, рыбакам ни хвоста, ни чешуи.